Всем привет! Вот сегодня 5 суток открываете. Сейчас иду с тысячи. Между волосы приведу порядок. Парикмахерскую соседи. Пойду постригусь. Если знакомый есть человек, с него стригусь. Вот здесь такой комнат, здесь я снимал видеопремьеру на Калинине. Здесь мне парикмахерская, если я там стригусь. Уже туда, чтобы постричься. Эти волосы уже выросли. Уже в плохом состоянии, уже его привести в порядок, постричься. Сейчас я это туда иду в салон. Потому что он был в 8-м Калинине, смотрите. Просто приехал к 1-му Калинину. Вот сейчас к нему иду. Я уже давно у него, тут только у него стыдился. То есть, там что-то стыдят. Сейчас уже подхожу, честно. Покажу, где салон этот. Вот здесь я, кто помнит, я здесь снимал, это в первом микрорайоне. Тут. Вот. Кису. Салон здесь, сейчас поворачиваю налево. Вот салон. Вот здесь я сейчас буду стричься. Вот это в салоне. Вот здесь. Вот сюда салон. Все. Вот они, салон вышел. Вот опять ветер поднялся. Вот так я постригся. Вот так. Вот так я постригся. Волосы. Все так чисто. Вот так вот чисто сделал. Вот такая собачка рядом. Вот видите. Как вам показать, вот. Собачка. Все. Вот такой я все сделал укладку. Вот он. Остыкся сейчас вот так. Немножко. За погода. Погода жарко бывает? Нет. Невозможно бывает. Вот, сейчас волосы хорошо стало. Так все. Привел себе порядок. Все. Сейчас сходи в салон. Чуть дома. В каком мы парень, в каком мне стригет. Он очень хороший стригет. Он специалист, он стилист. Он уже все. Вот так он стригет. Вот так постриг. И все. Сейчас лучше стало. Голова дышит. От этих много волос. Сейчас уже направляюсь домой. Подстригся. Все. После салона домой. Да. Потом еще хочу спросить, кто там мне говорит квадро снять. 14-й квадро. 14-й, 16-й был от первой школы. Это я до вас сниму. Где? Это я сниму. Я в пятницу. В пятницу, когда мы по делам приеду в Сунгарит. Как там дела сделаю и сниму вам первую школу. Буду основной вам показывать. Покажу вам 400 квадров и еще 4 квадров. Тоже мне говорили снять. Тоже сниму. Сейчас иду домой потихоньку. Это вы помните, да, вот сзади меня, это этажка, это все снимал первый район. Видите, какой?